Ну а тем временем до начала матча Россия Уругвай остается буквально 38 минут. Все этой встречи ждут с замиранием сердца. Ну хотя обе команды себе обеспечили выход из группы. Но мы-то болеем за российский футбол. Потому за очередным прогнозом отправились в тюменский зоопарк и цирк. Лариса Соловьева трактовала выбор четвероногих болельщиков. В этом ручном зоопарке животные привыкли, что им все время что-то предлагают, но такое им предлагают впервые. Мини-пик Нюша сначала вообще отказывалась участвовать в эксперименте, и поросенок чуть не подложил нашему предсказанию свинью, но после уговоров все-таки решила высказаться. А потом она объяснила выбор, правда, на своем, поросячьем. Бантик тоже дала ответ не сразу, внимательно изучив исходные данные. Вероятно, проанализировав прошлые игры команд, камерунская козочка сделала свою ставку на Россию. А вот эти товарищи не колебались ни минуты. Россия! Россия! Обезьянки Саймири очень сообразительные и не раз доказывали сотрудникам свой талант предвидения. Они предсказывают, в каком кармане лежит лакомство. У них это очень хорошо получается. Практически 100%. Но сегодня предсказания наших оракулов были неоднозначны. В своем выборе они все время сомневались. И, кажется, только из любви к сборной России выбирали наш флаг. Кто сегодня победит? Кто? Кто? Вот, вот так! Животные-патриоты. Хорошо воспитываете животных в патриотических традициях. Последнее слово мы оставили за слоненком Марго. В прошлый раз она выбрала флаг противника, но четко дала понять, что Египет будет побежден. Только после игры мы поняли, это было верное предсказание. Счет открыли противники, забив гол в свои ворота. В этот раз Марго снова повела себя как женщина. Непредсказуемо и в результате необъяснимо. С угрожающим ревом она кинулась на Уругвай. А потом съела и яблоко, символизирующее Россию. То, что Марго подошла к яблоку с Уругваем и съела его первым, я думаю, что все-таки Уругвай будет поражен. Но учитывая сомнения животных, их попытки указать на оба флага, прогноз все-таки в пользу ничьей. Счет максимум 1-1. И в любом случае Россия лидер группы по сумме голов. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время.